Трансформеры! С помощью богача Шона Бергера Мегатрон стремится доказать, что автоботы — носители зла. Спайк узнает, что видеозапись — это обман десептиконов. Но прежде чем он успевает рассказать правду, автоботов признают виновными и изгоняют с Земли. Их компьютер Телетрон испорчен, и ракета мчится к Солнцу, где героев ждет гибель. Главное злодейство Мегатрона. Часть вторая. Джентльмены, говорит Шон Бергер. Идут. С огромным удовольствием я открываю День Десептиконов. Вот они! Ура! Да здравствует Мегатрон! Бархан! Ура! Меня просто тошнит. Противно смотреть. Зачем терять время? Захватим город немедленно. Я и сам разберусь. Твой жалкий процессор мне не советчик. Я все же не могу понять, как все люди попались на эту ложь. Все, кроме нас. И Спайк не верит. Я уверен, что он докажет невиновность автоботов. Космос, у нас есть конечный пункт или это просто прогулка? Отстань, броневик, космос не виноват. Ты прав. Может спросить ответы у того, из-за кого мы здесь оказались? Я сделал то, что был должен. Но мы проиграли, а десептиконы победили. А теперь еще и летим неизвестно куда. А может еще не поздно передумать? Может, мое решение было неверным? Скалолаз, крути штурвал. Мы возвращаемся на Землю. Корабль не управляем. Как? Так, наш курс изменен. Как это, курс изменен? Охотник, куда же мы летим? Сейчас проверю, Прайм. Нас несет прямо на Солнце! Солнце? Солнце? Невозможно! Невозможно. Нет, космос, срочно свяжись с Телетроном! Не могу, Прайм! Интерфейс заблокирован! Эй, так ведь недолго сгореть! Мы, а, ведь... Хватит причитать! Космос, сделай что-нибудь! Интересно, что? Я бы сам сделал, если б знал, что! Наверное, что-то лучше, чем ничего! Ну что, удалось? Нет! Может, сойдемся на четырех? Что? Мы же договаривались лишь о трех! Какой стяжатель!
нет шансов спастись. Ноль! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Все кончено! От автоботов ничего не осталось! Ну, Бергер! Мы вроде бы собирались на пресс-конференцию. Видите, господин мэр? Это четкое доказательство, Спайк. Он провел нас как ребятишек. Мы должны вернуть автоботов. Боюсь, это невозможно сделать. Но в наших силах кое-что другое. Мама, как у меня закончился фломастер стального цвета? Как же я докрашу Мегатрона? Не приставай, Джастин, лучше смотри телевизор. Леди и джентльмены, мы прервали фильм, чтобы представить вам... Сам представлюсь! Говорит Мегатрон, вопросы есть? Ты... Задавай! Спасибо, сэр. Мистер, Мегатрон, после изгнания автоботов нет ли у вас новых планов? Хороший вопрос, земной микроб. Что? Мой план состоит из порабощения этой планеты и овладения ее энергией. А? Это обман! Нас обманули! Да! И скажите спасибо Шону Бергеру! Бергер, предатель! Ты предатель! Мы служили предателю. Давайте ему нос разобьем. Теперь уже незачем его бить. Подавись моим жалованием, Бергер. Оно в крови. Есть среди вас храбрец? Или, может быть, глупец? Кто против? Этот город под моим влиянием. Здесь я комендант. Урок страданий им не помешает. Мегатрония один, а скоро появится еще много других. Похоже, он свихнулся. Я сам видел, как корабль автоботов серебряной стрелой вонзился в солнце и испарился. Испарились, говорю я вам. Я видел их смерть. Они сгорели в космическом крематории. Но это не может быть правдой. Для надежды мало оснований. О, нет. Всем теплокровным механизмам живо наполнять энергокубы! Автоботов больше нет, но имена их должны быть чисты. Спайк, сынок, стой. Спайк, вернись. Лазерник, грабитель, взять его. Turn after these messages. We now return to the Transformers. Это конец! Апокалипсис! Бергер!
мальчик-то цел? Жалость удел глупцов, Бергер! Мальчишка, тебе не уйти! Мегатрон, только не калечь их! С какой стати мне их калечить? Ведь здоровые рабы лучше работают! Ну что, Бергер, ты по-прежнему ждешь награды? Да. Ты ее получишь все, что заслужил. Работайте как следует, или вас уничтожат. Как генераторы справляются с такой нагрузкой? Генераторы? А мы? Мегатрон верен своему слову. Вымогатель Бергер получил все, что он заслужил. Ну что, предатель, устал работать? Да уж, у Бергера здесь немного приятелей. И все же мне не забыть, как он меня спас. Молчать, работать. Если бы не твое силовое поле, следопыт, смерти бы нам не миновать. Молодец, следопыт. Космос, крути стартер, летим на Землю. Космос, нас опять несет на Солнце, в чем дело? Извини, Прайм, навигационная система по-прежнему под контролем Территронов. Спайк, я должен пробраться в штаб автоботов. Может быть, Территрон сможет нам помочь? Стой попробовать, я тебя прикрою. Мегатрон, один из рабов бежал. Этот безвреден. Клоун, верни его. Хоть и не автобот, но и так сойдет. Давай, Телетрон. Дай мне информацию о ракете автоботов. Кто здесь напачкал? Мегатрон? Произошло столкновение с Солнцем. А? Она уничтожена. Телетрон! А как же космос? Он тоже уничтожен.
пожалуйста! Что? А мы на энергостанции по тебе скучаем. Зачем ты здесь? Я... Но ведь не для того же, чтобы посмотреть на старый арифмометр. Стой, только не Тилитрон! Нет, ведь он не виноват! Ай, да он и раньше плохо работал. Ну, ржавый железный баклан! Я баклан! И зачем я только полез в штаб автоботов? Теперь Тилитрон уничтожен. Брось, Чип, не плачь. Все равно без автоботов Тилитрон бесполезен. Работать. Надеяться больше не на что. Эй, управление заработало! Должно быть, Тилитрон отключил блокировку. Я не знаю кто, но это и не важно. Мы возвращаемся на Землю! Если, конечно, хватит топлива! Ты когда-нибудь видел столько энергии, скандалист? Тревога. Сильные энергетические помехи. А не от генератора, Бархан! Никак нет, Мегатрон. От примитивных самолетов. Самолеты? Скандалист, лети! Я так обрадован твоим приказом, Мегатрон! Десептиконы, трансформируйтесь! Освободить рабов приведет к полному уничтожению всего города. Видели? Сильнейшие армии Земли не могут нас остановить. Скоро падут и другие города. Затем еще, пока вся Земля не станет моей. Нет, я этого не позволю. Теперь вам никто не поможет. Это ведь машины. Автоботов! Мегатрон! Нет! Невозможно! Вы ведь сгорели на моих глазах! Иллюзия, Мегатрон! Ты же устроил спектакль, в котором люди увидели нас злодеями! Вот и мы решили показать тебе представление! Десептиконы! В боевой строй! Автоботы, трансформируемся! Покажем им, что мы не иллюзия. Ну, погодите! Стреляйте, чтоб ни один автобот не ушел! Давайте, ребята, я знаю свалку, куда мы сдадим этот хлам. Кто побеждает? Наши. Бесполезно! Их больше! Thank you.
теряем силы! Да, ты свободен, Чип. Кати. Ух, спасибо, броневик. Ты великий умелец. Если ты можешь простить нас, Оптимус Прайм, пожалуйста, останься на земле. Не знаю, простят ли меня когда-нибудь, ведь я так виноват. Я обещаю исправиться. О, так может, и армию распустишь? Ведь твои солдаты все равно давно разбежались. Но я так виноват. Суд решит, что с тобой делать. Надеюсь, он обойдется с тобой мягче, чем с нами. Автоботы, трансформируемся и едем домой. The Transformers will return after these messages. Перевод Кирилла Волотова, инженеры видеомонтажа Игорь Кириллец и Александр Зуев, звукорежиссер Михаил Киоппе, текст читали Галина Крестенская, Михаил Черняк и Вадим Гущин.